Успей оформить карту Тинькофф Блэк с дизайном знаменитых картин и получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Вот бы знать, что Шокер задумал на этот раз. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким шутам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Пока. Надо там сколько грязи. Мастунни. А это побольше. Потом поехать, что надо будет. А. Тут либо будет. Тут либо. Я предлагаю побыть водить эти. Попробуй так будет туда мне. Потом давай как мне поехать. Звездик. Да. Так. Навыки. Парки. Надо тут рыгать на берегу. На некоторые. Куда мы пока... Ой, друзья. Итак. А. Подгрыв. Тим. Дерем. Пой, парни, тем. Сегодня. Тут здесь. Там внизу серьезное ДТП. Выглядит так себе. Под той машиной пешеход. Надо помочь им. Держитесь!
Молодчина, Человек-паук. Я сейчас! Все спасены. Рад, что я был рядом. Ну, этот дешевый костюм тебя выдал. Спасибо. Я... Произошло незаконное вторжение. Следуйте в Morningside Heights. Только посмотри, половина полицейских вышек снова работает. Когда за дело берется коп-паук, за любое дело, он всегда достигает постав... Нет, нет и нет. Нет. Шеф не подавала вида, но коп-паук уже начинал ей нравиться. Его пренебрежение правилами было как глоток свежего воздуха. Она этого не знает, рано или поздно. В воздухе его не достать! Сейчас будет больно. Взгляните с другой стороны. Если бы я вам не помешал, вы бы тут надольше сели. Нет. Окей. Поступают сообщения об ограблениях. Всем машинам, выезжайте в Манхэттенвилл. Все в порядке? Хотел купить новую охранную систему в магазин. А теперь не знаю, стоит ли. Почему? Грабители, надо вмешаться. Ага, я тоже так. О, вы начали без меня! Человек-паук? Я здесь, я молчал! Человек-паук, лови им! Thank you.
Обожаю предотвращать грабежи. Это же основа нашей работы. О! Невероятно. Я так понимаю, у нас очередная недалекая слушательница, защищающая Человека-паука. Смогу ли я переубедить ее? Вы в эфире с Джоном Джеймсоном. Я просто хотела сказать, что никогда не видела Манхэттен таким мирным. Не сравнить с тем, что было до Человека-паука. Нет уж, давайте сравним. Тогда у нас были полицейские и пожарные на своих постах. Да, были и преступники, но они не причиняли особых хлопот. Конечно, у нас теперь есть то, чего не было раньше. Маньяки, стреляющие электричеством из глаз. Ходячие песочные фигуры. Нацисты, состоящие из пчел. Разве Человек-паук не поймал их? Вы не понимаете главного! Их не было, пока он не появился! В лучшем случае он их притягивает. Но я часто думаю, а нет ли тут сговора? О, никогда не слышала, чтобы кто-то употреблял слово «сговор». Я пытаюсь сказать, что боюсь даже представить, что было бы, если бы эти парни напали, а Человека-паука не было. Вы безнадежны. Всего доброго. Ой. Ух ты! Я перепугался! Интересно, кто сделал обо мне комикс? У парня есть будущее. Нужно уважать местный малый бизнес, а не грабить его! Гениальная идея. Грабить магазины в городе под защитой Человека-паука. Я написал Юре, чтобы их забрали. О, жалко, что нет смайлика в виде паука.
Чика. Незаконное вторжение. Вооружены ли подозреваемые, неизвестно. Происшествие в Робинсоне. Прием. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Ух ты, классические взломщики. Люблю традиции. Этого я тебе не прощу. Берегись. Ну ты и сволочь. И вся коллекция в сборе. Вы могли слышать о грабеже на аукционе Роузмана, но вы вряд ли знаете, а мои источники знают, что нападавшие носили маски. Ужасные демонические лица. Вот еще один пример замаскированных преступников, порожденных появлением Человека-паука. А вы как думаете? Вы в эфире с Джейм Джоном Джеймсоном. Ага, я вас понял, но Человек-паук сегодня задержал этих парней. Считать его таким же только потому, что он тоже в маске, нечестно. Это типа предубеждение. Неверно. Вот вам маленький урок словесности, друг мой. Предубеждение — это суждение о ком-то, вынесенное еще до знакомства с его личностью. А я знаю о Человеке-пауке все, что нужно. Он носится вокруг, порождая хаос. С помощью маски он избегает ответственности, а броским костюмом привлекает внимание, чтобы удовлетворить свое гигантское эго. И что бы я начал делать, если бы был психически неуравновешен и увидел, как ему все сходит с рук? Это называется подражание, люди. И это разрушает Нью-Йорк. Mm-hmm.
Вот здесь. Вот это для них. Вот это принимал это для них. Потом будем. Да. Все понятно. Надо остановить их! Вали, у тебя нет права останавливать! Вы едете на угнанной машине! Немедленно остановитесь! Угнанной? Это машина моей сестры! И она хочет вернуть ее, потому что вы ее украли для ограбления! Остановитесь! Скажи Сьюзи, что если тачка ей так нужна, пусть позвонит мне! Остановитесь, или все кончится плохо! Мы ничего такого не сделали! Вы напали на магазин, связали владельца и угнали машину! О, да, это мы сделали, но в остальном мы чисты! Остановитесь! Быстро! Остановитесь у обочины! Не успел. Поехали здесь. Не мог. Но... Не понимаю, почему они книгами не торгуют? Прячь товар! Если честно, не люблю я рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотнях. Давай, встань! Мы круто облажались! Запутался! Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп, что это я такое говорю? Я что, соскучился? Нет! Я написал Юре, чтобы их забрали. О, жалко, что нет смайлика в виде паучка. Сэр,
Сообщение о взломе. Кто-нибудь ответьте на вызов. Происшествие в районе особняка Крепкий прием. Друзья, у нас звонок, который мы все должны услышать. Говорите, сэр. Да, меня чуть не переехали какие-то психи, за которыми гнались копы. Счастье, что никто не погиб. Но самое странное, что я видел там Человека-паука. И он не попытался их остановить. Ха-ха, конечно нет. Почему? Потому что для этого требовались усилия. Человек-паук на такое не способен. Ему подавай что попроще, иначе он не заинтересуется. Типично для его поколения. А знаете, что всему виной? Интернет. Ну, кроме той части интернета, в которой расположено мое шоу. Она на благо общества. После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это исправить. О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть! Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Я написал Юре, чтобы их забрали. О, жалко, что нет смайлика в виде паучка. Так, взяли. Это такое. Гу. Эту майку я хотел постирать 6 лет назад. Фу. 10:34. Произошло нападение. Происшествие у центрального вокзала.
идет погоня, нужно подкрепление. У нас происшествие в Северном Мидтауне. У вас нет прав. Мы граждане Земли! Мы не верим в ваши законы! Остановлю их, пока об их гибели в газетах не написали. Просто остановитесь, придурки! Мы мирные граждане! Отвалите, или мы вас пристрелим! Отвали, у тебя нет прав нас останавливать! Вы едете на угнанной машине! Медленно остановитесь. Отвали от нас. Молодой человек, я конфискую автомобиль. Пока. Стреляй! Поранил его! Давно не виделись. Как? Много шума из-за ребят, которые едва водят. Вот это. Вот это и будет. Окей. Я... Это будет дальше, будет. Погнали! А вот дышать, если тебе нужно дышать. Вот он у него стоит. Заберешь туда, а вот он будет дышать, если тебе нужно. Вот не так. Можете называть меня Нострадамусом. После безрассудного, непродуманного задержания Уилсона Фиска Человеком-пауком, на наши улицы хлынула толпа амбициозных гангстеров, пытающихся захватить власть. Мой следующий гость выжил в вооруженном ограблении, сэр. Мы рады, что вы в порядке. Спасибо. Просто дичь. Эти парни зашли как к себе домой, помахивая оружием. Ужасно, когда деловой человек боится жить честно. Счастье, что появился Человек-паук и остановил их. Вы что, не слушали? Он причина проблемы. Простите, мне повышенный тон. Меня тронула мысль о том, через что вы прошли. Джаред, у нашего гостя шок. Пусть отдыхает. Я в порядке. До свидания. Всем постам, у нас еще одно вторжение. Всем машинам, происшествие в районе Devil's Shelf. Да что?
туси. Произошло нападение. Всем машинам следуйте в театральный квартал. Постам, незаконное вторжение. Нужны машины в Граммерсе. Подтвердите. Всем постам. Есть сообщение о нападении. Проследуйте к северу от Хаустон-стрит. Не верится, что Шокер опять на свободе. Всем постам. Люди заблокированы в машинах в результате аварии. Следуйте в Нижний Чайнатаун. Thank you.
Всем постам! Нам сообщили о похищении. Следуйте в Народ, готовьтесь. Это просто бомба. У нас на линии дама, мужа которой похитил Человек-паук. Что? Нет, вы не поняли меня? Моего мужа похитили преступники. Его закрыли в багажнике машины. Человек-паук нашел его, спас, а потом задержал вернувшихся к машине преступников. Простите, мадам, я не расслышал последнюю часть из-за ошибки моего ассистента. Но вы же понимаете, что Человек-паук мог подстроить это похищение, чтобы спасти вашего мужа и прославиться за его счет. Намного правдоподобнее то, что он просто поймал настоящих преступников. Ясно, тут мы в тупике. Всего доброго вам и вашему мужу, мэм. Джаред, уходим на рекламу. До ее окончания ты должен успеть уволить себя и нанять заново. Но я прощаю тебя в последний раз. Если бы я платил тебе, я бы выписал тебе штраф. Вот это последний тут, как это я же! 10.34, произошло нападение. Всем машинам следуйте в муниципальный центр. Поле подкрытие готово. Да. Поле подкрытие. Ну вот, все полицейские вышки в городе отремонтированы. Хорошая работа, да? Это неплохо, да. Так может, кое-кому позволено сегодня отпраздновать с нами? Хорошо, только поторопись. Шансы были неравны. Опасность близка. Но безрассудство копа-паука и предусмотрительность шефа неизменно помогали им взять верх. О, как это мило. Две противоположности. Словно арахисовое масло и шоколад. Или завтрак на ужин. Они работали вместе. И готово. До связи, паук-коп. Она ко мне потеплела. Так ведь? Ага, бесспорно. Авария. Помогите извлечь заблокированных людей из машин. Происшествие у церкви Троицы. Эй, ты чего? Это некуда. Дай помоги. Это, блин, снега, всё прикольно. Да, не где-то, но... Мне здесь упасть водение. Это радость. Где мы будем? Где это будет? А потом будем...
конечно, помогу тебе. Я предлагаю все здесь. Вот это вот каждый не может. Здесь, пожалуйста. Здесь. Вот такие. Видим фото. Опа. А ну как какой. Окей, это вот это. Кто из будет? Нельзя будет. Задание потом будет. Забыл вам там. Так, напишите, что вы не видели. Удачи. Пока.